Книга «Открытым оком», том 26, тема «Вера», вопрос 3780. С какого возраста уже понятно, что дело пошло к закату, и ничего не изобретешь? В духовном плане тоже есть какой-то климакс, когда деторождение уже невозможно. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. И тут точно так же огромная разница между верующим и неверующим. У верующих нет ограничений возрастных. Они накапливают опыт, делаются только плодоносней. Псалом 91:15. Они в старости плодовиты, сочны и свежи. Посмотрите на старушек на остановке или в автобусе, какие они безвольные, тусклые, трухлявые. И чем же они дома занимаются, если не ходят в церковь? Они толстеют и злятся, с кем-то ссорятся, их домашние часто не только не уважают их, а же желают им скорейшей смерти. А у верующих и в старости все по-другому. Жизнь насыщена молитвой и благодарностью к Богу. Лука 2:37. Вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою, служа Богу день и ночь. 1 Тимофею 5:9. Вдовица должна быть избираема не менее, как 60-летняя, бывшая женою одного мужа. Когда мужчине 40 лет, ему пора держать ответ. Душа не одряхлела перед своими 40, и каждой каплей молока, и каждой крошкой хлеба. Когда мужчине 40 лет, то снисхождения ему нет перед собой и перед Богом. Все слезы те, что причинил, все сопли лживые чернил, ему выходят боком. Когда мужчине 40 лет, то наложить пора запрет на жажду удовольствий. Ведь если плоть не побороть, урчит, облизываясь плоть, съесть душу удалось ей. И плоти, в общем-то, кранты, когда в конец замуслен ты, как лжехристос губами. Один роман, другой роман, а в результате лишь туман и голых баб, как в бане. До 40 яснее цель, до 40 вся жизнь, как хмель, а в 40 лет похмелье, отяжелела голова, не сочетаются слова, как в яме новоселье. До 40 схватить удачу за рога, на ярмарку мы скачем, а в 40 с ярмарки пешком, с пустым мешком бредем тишком, обворовали, плачем. Когда мужчине 40 лет, он должен дать себе совет от ярмарки подальше. Там не обманешь, не продашь, обманешь, сам уже торгаш. Таков закон продажи. Еще противнее ржать дрожа, конем в руках у торгаша, сквалыги, живоглота. Два равнозначные стыда, когда торгуешь и когда тобой торгует кто-то. Когда мужчине 40 лет, жизнь его красит в серый цвет, но если не каурым, будь серым в яблоках конем, и не продай базарным днем ни яблоко со шкуры. Когда мужчине 40 лет, то не сошелся клином свет на ярмарочном гамме. Все впереди, ты погоди, ты лишь в кометь не угоди, но не теряйся в драме. Когда мужчине 40 лет, или распад, или расцвет, мужчина сам решает себя от смерти не спасти, но кроме смерти расцвести ничто не помешает. 1972 год. Евгений Евтушенко.